Йоланда, привет! Привет! Вы на канале Miss Beauty Day. И сегодня у нас Рождество в Греции, и у Йоланды под елочкой Дед Мороз оставил подарки. Подарки, да, первую часть подарков, а вторая часть подарков Йоланда увидит под елочкой на Новый год. На Новый год. Да. Расскажешь, как ты проснулась утром и их нашла? Да. Йоланда проснулась в кроватке. Да. Пошла в комнату, где стоит елка наша. Да. И увидела подарки. Подарки. Итак, ребятки, давайте мы сейчас вам расскажем, какие подарки принес Дед Мороз. Вот это и вот это и вот это. Так, давайте сейчас посмотрим. Вот такая кукла. Как ее зовут? Анна. Анна. Следующий у нас набор. Кто это? Какой набор? Макстаффин. Макстаффин, да, это доктор Плюшева с маленькой миниатюрой. И следующий набор, это вот такая мебель. Да. Для гостиной. И овечка Ленни. Да, и овечка Ленни. Итак, давайте будем по одному набору овечка открывать. Овечка Ленни ударилась. Давайте открывать. Первое, что будем открывать? Вот эту куклу. Вот эту куклу. Ну давай, это мы отодвинем. Здесь, ребятки, смотрите, какая кукла. Так. Вот такая огромная коробка с огромными глазами кукла. И, Йоландочка, ну давай, открывай. Давай. С какой стороны? Здесь, да, вот такой замок нарисован. Тяжело. Тяжело? Да. Вот здесь. Давай. Достаешь? Ну-ка, ну-ка, что там? Кукла. Коробку убираем. И кукла. Ну, доставай, показывай. Ну что ж, Йоланда, достаешь ее? Да. Давай. Ну-ка, вот такая кукла. Так, я ее сейчас пониже сделаю. Вот такие огромнейшие глаза просто у нее. Красивый макияж, такие рыжие волосы. Йоланда ее уже чуть-чуть причесала, правда? Да. Сережки у нее. И сережки, да, кто у нас погрыз? Собачка. У нас собачка, да, появился щенок. Мы ходили сейчас к бабушке как раз на обед на Рождество, и собачка наша погрызла ей сережки чуть-чуть. Да. Здесь вот так вот выглядит. Волосы красивые. Да, красные. Да, такие оранжевые. И золотое платье. Не золотое, но голубое платье. Золотое. А еще покажешь, как у нее туфельки есть, какие? Фиолетовые. У нее еще вот такие туфельки, и они снимаются. Сейчас Йоланда покажет. Вот так снимаются, огибаются, огибаются. Давай посмотрим туфельки? Да. Давай. Здесь, да, вот такие туфельки малюсенькие. Да. Они как сланцы. Да. Вот так, гнуться. На, одевай обратно. Сейчас беру. Что? Я беру. Заберешь? Да. А еще посмотрим, что в набор входило. Лисёшка. Давай, показывай. Вот это первое. Первое это вот это, да, что это? Отсюда. Палочка моя. Это у нас волшебная палочка Анны. Анны. А у Эльзы нету? А у Эльзы, не знаю, есть, наверное. А еще в набор входила... Расческа. Расческа. Вот такая красивая да. Розовая расческа. Да. Да. Да? Нет. Вот такая массажка. Да. Все, Йоланда ей туфельки одела. И мы ее сейчас посадим и покажем, как расчесывать, да? Вот так ее можно расчесывать прям. Я заколдую. И Йоланда ее сейчас будет заколдовывать. Заколдованной милой.
Превратись в милую принцессу. Превратись в милую принцессу? Да. Здорово. Да. Ну что ж, давай вот так ее в сторонку сейчас пока поставим. И вот эту в сторонку. Да, и вот эту в сторонку. Вот эту? Кто? Так, ну давай ее ровненько так посадим. Да. Вот у нас две девочки сейчас, красавицы, сидят. Да? Угу. Нравится тебе Анна, кукла? Угу. Здоровская. Так, давайте следующий подарок будем открывать. Вот это доктор Плюшева. Так, следующий набор у нас доктор Плюшева. Вот такой набор миниатюр. У Йоланды уже есть большая доктор Плюшева кукла. А овечки Ленни не было, да, у тебя? Нет. Да, и вот такого набора еще хотела... не было. Набор! Я хотела набор! Я хотела быть доктором Плюшевой! Да? Ну. Ну так надо загадать желание, чтобы Дед Мороз тебе прислал еще подарки, да, которые ты хочешь. Да. Не переживай, все сбудется. И здесь набор, давайте сейчас посмотрим. Набор входит вот такой мини-чемоданчик с инструментами, какая-то записная книжка, овечка Ленни. Доктор Плюшева, шприц, ну, в общем, инструменты разные. И на обратной стороне, ну, здесь просто вот картинка написана, нарисована, как это все выглядит. Угу. Да? Да. Мини-клиника, такая маленькая, угу, клиника. Да. Давай, открывай. Сейчас Йоланда открывать будет. Тяжело. Тяжело? Там нужно... А, вот, вот здесь. Здесь? Да, вот здесь можно открыть. Здесь? Получается? Нет. Давай. Нет, не опа! Ну-ка, надо скотч. Так, вот она, коробка. Надо скотч. Надо скотч. Так. Давай мы разорвем, да, вот так, наверное. Так, и вот с этой стороны. Так. Еще вот эта сторона. А там можно не разрывать, ладно, подожди. Так, доставай. Там еще надо открывать? Давай, я посмотрю, как открыть. Вот так. А, вот эту вот соединяем. И давай по одной штучке показывай. Йоландочка, показываем? Лэмми. Первая, это у нас кто, Йоланда? Лэмми, овечка Лэмми. Лэмми? Да. Или Ленни? Лэмми. Ну-ка, сейчас посмотрим, Лэмми, как же ее правильно называть. Ленни. Овечка... Лэмми. Лэмми, да. Овечка Лэмми, вот такая маленькая, беленькая, с розовой юбочкой овечка Лэмми. У нее что-нибудь крутится? Посмотри. Ножки, ручки. Нет. Ничего? Не-не. А голова? Нет. Ну-ка. А, у нее ничего, к сожалению, не крутится. Нет. Ну ладно, а стоять она умеет? Нет. Стоять? А стоять она умеет. Стоять. Здорово. А. Дальше. Доктор Плюшева. Дальше доктор Плюшева. Вот такая миниатюра доктор Плюшева. Вот это уже... Пластиковые. Йоланда, смотри, пластиковые волосы. Видишь, резиновые? Ой, падает. Падает? Да. Надо аккуратненько его поставить. Вот так поставить. Смотри, Йоландочка, здесь у нее уже такие резиновые волосы, потому что у тебя у большой доктора Плюшева были как волосы у куклы, да? Да. А это вот такая вся резиновая. Ой. И здесь у нее какой-то такой, как записная книжка, да? И ручку она держит, и что-то пишет. А голова крутится? Нет. Нет, не крутится. Ой, она нравится? Пишет. Она пишет. Пишет, да, что-то. Рецепт какой-то выписывает, да? Ой, падает тоже. Нет, она умеет стоять. Так, ой, у нее очень большая голова, поэтому она падает. И овечка Ленни попадала. И овечка Ленни тоже. О, доктор Плюшева нет, стоять у нас отказывается. Ну что ж, давай дальше достаем. Что там еще? Книжка. Ну-ка. Книжка.
Открывается. Открывается книжка, смотрите. Угу. Вот такая, с таким сердечком. Йоланда, у тебя тоже такая, да, записная книжка есть? Да. Сердце. И сюда можно рецепты разные писать. И диагноз, да? Открывайте. Это книжка доктора. Да. Можно держать. Да, и держать ей можно дать. Здорово. А следующее, смотрите, что там еще осталось? Помочь? Нет. Нет? Вот. Там целый-целый чемоданчик с чем-то. Ну-ка. Посмотрим. Это у нас мини-клиника. Йоланда, смотри, это мини-клиника. Мини-больница такая. Да? Смотрите, выглядит как чемоданчик. Да, как чемоданчик. Да. Не шевелится. А там внутри, открывай, смотри, что там? Что там? Ну-ка, давай. Никак. Помогу. Открывать. Ой, а как же она открывается? Я тоже что-то не знаю. О-о-о. Вот так. Вот так? Здесь вот так открывается, и получается как будто мини-клиника. Там как будто вот стол, да, такой рабочий. Здесь такая как кушетка. Так, держи. Туда овечку Ленни можно положить. Да? Надо ее купать здесь. А она может спать. Да. А еще что там в набор входило? Покажем? Шприц. Шприц еще? Да. Овечке Ленни доктор Плюшева будет делать укол, прививку вот таким шприцом. Мини-шприц. Не надо мне укол. Смотри, Йоланда, он еще вот так делается. Видишь? Не надо мне уколов. Ну-ка дай доктора Плюшева, овечку Ленни. Смотрите, так. Оп! Укольчик здесь сделать можно. Здорово. Вот еще осталось. Давай тарелку. Дальше. Что там еще? Гипси. Что это? Гипс. Гипс. А, это у нас гипс еще. Смотрите. Да. Это если кто-нибудь ручку или ножку сломает, можно наложить гипс. Гипси. Понимаешь? Гипси. На. А там еще что? Ой, упал. Упал. Ну, давай потом поднимем. А вот это что? Делать температуру. Это термометр, да? Да. Термометр. Смотрите, какой. Такой? Это термометр? Да. Точно? Да. Да? Ну, в общем, такой термометр. Можно измерять температуру пациентам. Да. А еще... Я наложила гипс. Ну-ка, покажи. Ой, как здорово! Можно вот так наложить гипс овечке Ленни. Да. Как здорово! Гипс. Сейчас мы найдем еще вторую часть гипса, да? Да. И посмотрим. Вот достали мы уже вторую часть гипса. Попробуй, куда можно наложить? Баба. А? А вот сюда. Получается? Нет. Нет? Нет. Давай посмотрю. Так, ну-ка, ну-ка, куда это можно? На ручку? Да, а это можно на ножку. О! На ножку можно. А это вот сюда. Один гипс на ручку, а другой на ножку, да? И вот сюда на кушетку ее можно положить. Ой, у меня болит. А еще все инструменты можно положить в чемоданчик, да? И Лэмми. И овечку Ленни? Да. Ленни? Открывай. Подожди, подожди. Давай посмотрим. Закрывает. Нет, овечка там не помещается. Только инструменты. Давай. Так. Открывай. Открыла. Открыла. А я еще... Делать прививки. Угу. Что она делает прививки? Так, теперь мы сейчас все инструменты пока что сложили в этот чемоданчик. Да? Мы этот двинем его в сторонку. Вот и так. Доктора Плюшева, и овечку. Так, и открываем следующий и подарок. И вот эту сторонку. И куклу, да, Анну в сторонку.
И вот эта стоянка. Да, все в сторонку убираем. Вот это. Вот это. Вот Дед Мороз принес Лиланде вот такой подарок. А передал Деду Морозу кто? Лена. Лена. Бабушка. Да. Так, вот такая мебель деревянная. Давай, Йоланда, открывай, и будем смотреть. Здесь открывайте. Ой, да, открывается. Смотри. Там какая-то инструкция, наверное, да? Да. Ну, ладно, это неинтересно. Давай смотреть, что там. Ну, разворачивай. В этом наборе 11 предметов всего. Да, да. Разворачивай, разворачивай. Давай смотреть. Так, что это? Шкаф! Вот такой деревянный шкаф. Да. С дверками. Да. Здоровский. Да, открывайте. Да. Надо положить туда инструменты. Но это для гостиной, Йоланда. Для гостиной, да. Для мальчиков? Почему для мальчиков? Для мальчиков! Потому что голубые двери? Да. А без разницы, может быть такой стиль дома. Ну это для мальчиков. Ну хорошо, давай для мальчиков. Сторонку. В сторонку. А сейчас следующий. Следующий. Ой, стелить стол. Это? Стелить стол. Да, это на стол такая скатерть. Да. А стол сам найдешь? И давай постелим на стол. Да. Вот он, я нашла. Нашла стол? Да. Вот он, стол деревянный, обеденный. Да. И можно постелить и кушать. Да, можно постелить. И покушать. Скатерть и кушать. Да. Так, дальше что там? Стульчики. Давай покажем. Да. Смотрите, вот такие стульчики. Там их, по-моему, да, 4 стула. Да. Вот такие, да, деревянные, да, красивые. Тут Пеппа будет сидеть. Да, там уже Йоланда говорит, Пеппа будет сидеть. Вот здесь будет сидеть. Угу. Дальше. Это вот эту стоянку. Давай чуть-чуть сюда, еще потому что один. Было видно. И вот так. Еще. Еще один стул. Тут мама свинка будет сидеть. Да, там мама свинка будет сидеть. Дальше. Еще один. А тут папа свин будет и сидеть. И папа свин будет сидеть. Он не умеет сидеть. Дальше. Папа свин не может сторонку. Давай мы коробку в сторонку подвинем, потому что тебя не видно. Вот так. Да, давай так. А еще один стул ты не нашла? Нет. Что это? Шкаф. Шкаф. Давай, бумажку. Это у нас еще и шкаф. Да, большой. Давай посмотрим. Большой. Она дверь. Смотрите, какой шкаф. Она дверька. Йоланда, это буфет. Она дверька. Да, здесь такая дверка. Туда можно что-то складывать. Секретики. Но так как это гостиная, такая гостиная, где также еще кушают, столовая, то можно туда посуду или продукты складывать. Продукты, да. Это холодильник. Ну нет, это не холодильник, это шкаф для гостиной, для столовой. Давай вот так вот рядышком поставим. Очень здорово. Я нашла! Еще один стул, да, Йоланда нашла. А здесь будет сидеть мадам Газель. А Джордж где будет сидеть? Здесь. Ну смотри, Пеппа, Джордж, мама, и... папа. Нет, тут мама Финка будет сидеть. Ну хорошо. Тут папа, а тут Джордж, а тут Пеппа. Хорошо, в коробке осталось еще что-нибудь? Да. Давай смотреть. Осталось. Вот это. Открывай. Это для обеденной комнаты вот такая лампа, такой торшер. Вот так поставить рядом. Да? Очень красиво. Еще один осталось. Еще что-то осталось. Да. Какой? Упал. Упал.
шкаф. Еще один комод. Йоланда, это комод называется. Комод? Сюда тоже можно тарелки складывать, стаканы или продукты. Открывается. Да. А сверху можно было здесь стаканы. Да, а сверху здесь можно вазу поставить с цветами. Да. Вот здесь вот. Да. М. А тут продукты. А смотри, а здесь еще в коробке вот еще такой коврик есть, да? Который можно поставить под стол. Йоланда, смотри, если посмотреть на коробку, то вот этот голубой коврик, он стоит под столом. Под столом? Да. А? Давай поставим коврик, а сверху поставим, вернее, поставим, постелим ковер и сверху столик. Вот так. Так, ну-ка, вот он. И стулья. Вот такая обеденная комната у нас получилась. Да. Да? Ой, Йоланда ударилась. Йоландочка у нас тут от радости ударилась. Вообще. Об стол, да. Ну, в общем, вот такая комната у нас получилась обеденная. Да. Красивая мебель. Да. А еще где у нас подарки? Здесь. Где у нас там доктор Плюшева еще? О, доктор Плюшева у нас тоже может сюда прийти, да? Да. Кушать. Можно его сюда, да, посадить, кушать. Ну что ж, вот такие подарки. Первая часть подарков у нас получилась у Йоланды на Рождество. Да. Понравились тебе подарки? Да. Йоланда же писала письмо Деду Морозу. И вот он, Дед Мороз, ее услышал. Всем огромное спасибо, я посмотрю. Пока. И пока-пока! Пока-пока! Не забудьте подписаться на канал! На канал Мисс Бьюти Джи! Всем пока! Всем пока!